Стоянов. Народився 10 липня 1957 року у Одесі, артист театру і кіно. З 1993 до 2012 року разом з Іллею Олейніковим вів телепрограму Городок з 2013-го ведучий програми Живий звук на каналі Росія-1. Одружений, має двох синів і двох дочок. Юрий Николаевич, добрый вечер. Я очень рад, что мы с вами встречаемся. Я знаю, что вы родились под Одессой. Но, судя по фамилии, что-то болгарское у вас наверняка должно быть. Ровно половина. Мама или папа? Папа. Что такое Одесса времен вашего детства и юности? Что это за город был? Ну, мы внесем ясность. Это как-то журналистам им нравится, чтобы я родился под Одессой. Вот потому что, наверное, нравится сочетание этих названий станция Париж рядом Бородино на самом деле я родился в Одессе а потом моих родителей молодых специалистов только закончивших медин и Одесский университет мама закончила украинскую филологию а отец начинающий гинеколог был их отправили в эту деревню под Одессу под Одессу поэтому я одессит какой-то кусочек детства, которого произошел по, и провел я под Одессой, а потом мы вернулись в Одессу. Ну, я такой какой-то не одесский одессит, потому что ну, все мы, люди, с которыми я познакомился, которые потом олицетворяют этот город, и, ну такой цимис этого mm -hmm. города в них, в этих людях, а Одесса всегда в людях, прежде всего, это, конечно, люди, жившие в центре в основном. Это не такой большой периметр на самом деле: километр на два от силы. А я все как-то по писательским окраинам. То Катаевская пересыпь, то потом ближе к большому фонтану и Черемушке, а в центре не жил. Поэтому я вот такой нетипичный одессит, потому что я не учился в этих знаменитых школах в бывших центре, гимназиях. Да, в центре города. Ну ничего. Потом наверстал. Поздно меня стали считать своим, но по крайней мере стали. Ну, Одесса действительно вот имела тут неповторимый дух и колорит. Или она большей частью была придумана писателями-выходцами из Одессы? Нет. Она была Надо это Одесса. Надо просто понять, в чем этот дух и в чем колорит, что тиражировалось литературой и что действительно являлось э, вот тем той самостью, да? особенностью этого города. Но давайте мы вспомним, а что такого было написано, да? Э -э Пушкину было важно, что он жил в Одессе, или Одессе там сейчас важно, что там жил Пушкин. Э -э Пушкин не так мало, 13 месяцев э провел в Одессе, в этой ссылке, у, у чрезвычайно прогрессивного э -э и передового губернатора, который просто создал Крым угу. э, и вообще юг Малороссии тогда, где он и губернаторствовал. Немножко нашкодил Александр Сергеевич по семейной линии, и так очень сильно. Был сослан, э, как вы знаете, в Молдавию. И вот представьте себе, вот я все время думаю, вот он великий поэт, а я губернатор. Мало того, что у него там с женой было, так он еще поехал и отчет написал Саранча летела, села, все съела и улетела. Александр Пушкин. Отчет о, о бедствии. А потом написал полумилорд, полунедежда. Mm -hmm. Но есть подлец, но есть надежда. Что будет, полным, что будет наконец полным наконец. И это говорю вам я, человеку, у которого есть медаль Воронцова, которую я не так давно получил за вклад в, в развитие Одесского региона. Это все так сложно. С Одессой. Что, что писал Катаев? Катаев описал бедную Одессу. Но прекрасно, поэтично. Это большая хорошая литература. В стихах. Что сделал Бабель? Это человек, который поэтизировал вот этот ну, совершенно грандиозный еврейско-бандитский «Быт» и «Колорит», быты, колорит mm -hmm. «Молдаванки» и «Слободки». Был еще Паустовский и, ну, и через поэзию, Олеша. И, Багрицкий, а и «Багрицкий», и, Оле... да. и «Олеша». И, и, и масса, ну, почти вся литература замечательная и прошла, Петров. Через... А какая извините, «Одесса»? Да. Советская «Одесса» 60-х годов, в которой я вырос. Это можно понять э, только по сравнению с другой Одессой, с последующей, с той, которая была до, э, и ко вот которая была при мне. Очень интернациональный город, прежде всего. И любой класс, вот такое сообщество, как класс, обыкновенный школьный класс. Э, а что я помню лучше всего? Конечно, школу, потому что это с 7 до 17 лет. Абсолютный, говоря языком плакатов, учебников и партийных заседаний того времени очевидно интернационализм. Выяснение отношений на межнациональной почве носило характер анекдота, как mm -hmm. правило. Не оскорбление, а что-нибудь смешное про тебя скажу. Вот. Ты скажи про меня. Может быть, немного обидное, но все-таки в основе своей смешное. Ну, что про меня говорили? А Гагарин не болгарин. Ну, к примеру, ну да, Гага... Гагарин ну... не болгарин. <соторит> болгарин. Зато академик Лихачев сказал, болгары – гении миниатюры. Эта часть мне нравится э -э больше, больше, чем предыдущая. Э -э Потрясающий город фантастического образования, конечно по моему больше всего вузов на душу населения вот было и студентов и преподавателей в одессе в третьих порт да. то есть это окно во внешний мир и порт сориентирован был на очень далекие западные в том числе страны значит от Оттуда приходили оттуда пароходы, приходили пароходы, оттуда привозили шмотки, что, неважно, что немаловажно. Это город, который всегда одевался так, как не одевался никто да. в Союзе. И эти променады на на бульварах, когда показывали что папа привез, и это были очень красивые вещи. Это город, в который приплывала в том числе грандиозная музыка, и где все-таки цены на, на пласты, как их тогда mm -hmm. называли, на пластинки, были значительно ниже, чем потом, когда все это расходилось. Это город, в котором был привоз, продуктовый рынок великий, город, в котором был великий рынок, который назывался толчок угу. это рынок вещевой город в котором были потрясающие университеты, замечательные врачи, грандиозные учителя, моряки море. и моря и девушки вкусно тепло красиво и и многонационально. вы скучаете по той одессе сегодня если бы я жил в этой по-настоящему и долго у меня бы было право сравнивать. Я не очень. Мои сегодняшние наблюдения за городом довольно поверхностные, конечно. Я же ищу точки соприкосновения. Он приезжает. А, а ваш когда город? ты их ищешь, ты их никогда не найдешь. А. Сравнение всегда будет не в пользу Это твоего. Мой город, когда вы приезжаете. Безусловно, он по-прежнему мой город до тех пор, пока в нем есть мои люди. Да, понятно. Мои люди. Но, конечно, состав очень изменился прежде всего из-за иммиграции и несколько ее волн подчистили город, вымели. очень серьезно вымели, но эти связи зато, зато остались за границей. Вы знаете, я, я вот, вот, знаете, на вопрос «Ваша Одесса?» я просто вспоминаю, каким я приехал поступать в ГИТИС, в театральный институт. Очень много мифов. Миф об одесском произношении. Перед вами сидит человек, которого не, Одессе, пере, да. не переучивали. Не приучивали, но если надо. Ну, ради бога, я знаю, как они говорят. Угу. И это такая легкая мелодическая поправка, и не более того, от которой очень быстро избавляешься. Когда я сдавал экзамены, я чувствовал, что у меня есть очень большая фора, общеобразовательная, по отношению к людям, отучившимся в Москве, в Белгороде, в Курске, на северах и где-то еще. Я был обучен очень... Очень серьезно. И во мне напрочь отсутствовал комплекс провинциальности. Одесса лишена этого комплекса. Абсолютно, да, совершенно. Да. Есть да. такая самодостаточность. Наоборот, да, да, есть да. еще такое понятие, как одесский снобизм. И он тоже существует. Слопывание по плечу остальных. Да. А мы тут таких видели. У нас, да. у нас тут такие родились Юра, да. что тебе еще до них надо немножечко. Подтянулся. Ваша мама преподавала в школе, где вы учились украинский язык и литературу. Да? А да. Украинскую мову вы помните с Чечни? Значит, я бы мог сейчас красиво ответить вам на украинском языке. Так. Но если я начинаю думать не на украинском, если я занимаюсь внутри переводом, если у меня есть сомнения, я не буду э, сейчас коверкать. Это действительно очень красивый язык. Uh -huh. Я не считаю его никакой пародией. Uh -huh. Я не считаю, что это какой-то замес и что это заимственный язык, заимствованный язык, потому что мне важно, как он звучит в песне. Uh -huh. да, он невероятно звучит в песне, и тогда сразу становится понятно, что это язык. Невероятно красивый, оригинальный и великий. Мама красиво говорит до сих пор по украински. Да, красиво у нее такой, у нее был всегда такой очень чистый украинский, литературный. очень литературный. Может быть, чуть-чуть мелодически тяготеющий к, к западной Украине, но только мелодически, не словарно. Ваш отец был гинекологом. Вам в жизни это пригодилось когда-нибудь? Это, навыки, навыки при общении с девушками были. Ну не упасть в обморок Ты на видишь? природах ага, моей жены, моей младшей дочери, на которых я присутствовал, помогло. Не Присутствовали природа. Да, не упасть в обморок на первом курсе, на первом курсе, когда у нас была практика такая актерская. Был в свое время такой писатель очень известный Кренин. Да, Крель, да. врач, да. пишущий врач, хирург. И нас, мы играли отрывки из его произведений, какие-то маленькие, по-моему, на первом курсе. И нас отправили к нему на операции, очень жесткие были операции, тяжелые, и, в том числе онкологические, с разрезом, полостные операции от и до. И всем давали глюкозу и сахар, я помню. Оказывается, тем, кто первый раз, кому предстоит видеть полостной разрез, лучше съесть таблеточки две глюкозы или два кусочка сахара кускового. Абсолютно. Мне было интересно. Значит, генетически во мне как-то заложен отсутствие страха. И вот это безумное желание всех лечить, начиная с себя. Поэтому о нашей аптечке, которая была в программе «Городок», они легенды складывают. Да, это вы возили за собой, по-моему, все. Чемодан. У нас чемодан. От отравлений. Написано аптечка. От головной боли. Аптечка. Ответственный Юэн Стоянов написано у нас в городке было всегда. И там, когда это открывалось. Но гинекологической помощи я бы не мог оказать с помощью этой аптечки. Но какую-то такую легкую консультацию дать мог. В детстве, я знаю, вы пародировали советских политиков. Кого? Слушайте, ну а какие тогда были советские политики? Я... Брежнев, Подгорный, ну, Косыгин. Да, этих я не пародировал. Только Брежнева, конечно. Пародируем. Потому что он наиболее яркий был, да. Мог показать Брежнева, Ленина. Ну, из фильмов, конечно. А Ленина... А что его показывать? Все, кто играл Ленина, играли пародию на Ленина. Да. Вы вспомните Щукина, например, там... Вспомните все фильмы. «Ленин в октябре», «Человек с ружьем». Штраух. И все, что дальше. И Штрауха. Да и Лаврова, и Каюрова. Да. Все грандиозные артисты, на самом деле. Ленина играли великие актеры. Но Смирнов. они как-то играли какого-то Ленина из мультфильма. <связывается> вот это вот такое ощущение, что включили трекинг, скорость умножили на два, как Винни-Пуха озвучивал <связывается> Леонов. И, и получался такой... Да-да-да, маленький, приходите! Я всегда, когда слушал этих людей, мне, мне всегда было смешно. И мне Ленин казался очень веселым персонажем. Да, столько убил и веселый, да. А, ну, ну, мы же этого не знали. Не знали, конечно. А когда к тебе директор, ко мне директор школы, я помню, подошел, выпускные экзамены когда были, мы писали сочинения. Было всегда одна это вольная тема, да, и два обязательных, и одна из них, тема звучала так «Образ Ленина в советской, в советской литературе и искусстве». И мимо меня проходил так тихо-тихо директор и так шепотом сказал, пиши вопрос Ленина, будет пять. Я писал. А что тогда? А, а 6 июля тогда Каюров, да, прогрессив. Да, да. Тогда появлялись ростки э, такого ленинизма диссидентства. Они состояли в том, э, в понимании, что якобы все беды в стране от того, что, от того что извращено угу. учение Ленина, потому что вот Ленин, да, он был жестким, он был очень умным человеком, и он предвидел те риски, угу. которые потом Абсолютно. с которыми столкнулся потом Советский Союз, и быть вот такого рода Ленинцем было сродни поначалу диссидентством. На этом строились пьесы. Шатрова, как да. вы помните и других драматургов это было проявление такого свободомыслия. вот я был да, синие кони на, на, красной, на траве. красной траве да. и так далее больше большевики, большевики угу. пьесы конечно же и вот я наверное вот тут, тут, потом но ну, это очень большая эволюция для того чтобы понять что корни то как раз там-то и находились мне очень нравится э, виктор сухоруков прекрасный, на мой взгляд, актер. Мы с ним в замечательных отношениях. И он мне рассказывал, что вы вместе с ним учились. В, в одной гитисе, комнате. Жили, да, в одной комнате. И дружим по и, и дружили, и... и дружите. Связывает вас что, кроме общих воспоминаний? Отношение к искусству? Мне кажется, я не думал об этом. Мне кажется, мы с ним искренние люди оба. Мне кажется, мы не хитрые. Мы умеем лукавить, мы бываем себе на уме, но в каких-то важных очень вещах мы и в профессии, и в жизни Честное. очень ценим такое качество, как искренность. В общении со зрителем, с собеседником или тем, кто тебя интервьюирует. Виктор Витя более непосредственный, чем я. Более несчастный. Слушайте, это, знаете, это сейчас мы к Толстому вернемся, как все счастливые семьи, счастливы одинаково, а все несчастные, несчастливы по-своему. Детство, конечно, у нас было очень разное. В этом смысле он был глубоко несчастным человеком, а я благополучным и счастливым. Да и продолжение у него было тяжелое. У нас оно одинаково было. Одинаково сложным. Я не хочу мериться задницами по той части. Нет, не хуже. Нет, не хуже. Нет, нет, не было хуже, чем Витя. По-разному нам было плохо и тяжело. И это нас тоже объединяло. Только мы с ним разные. Витя э, находил выход в таком известном как русском способе, актеры русские, в да, какое-то время, угу. и он радикально с этим расстается. Я вообще не радикальный человек. Я, я не люблю полярных проявлений настроения и вообще таких крайностей в жизни либо восторг либо подавленность либо пью либо не пью я скорее мне было важно я всегда производил впечатление очень благополучного человека которому. а зачем ему роли давать посмотрите на его рожу у него и так все хорошо, все хорошо да да у него отлично одет всегда прилично но только можно было водки выпить, а можно было рубашку купить. Вот и вся разница. Не между мной и Витей. Между мировоззрением. Он большой актер, на ваш Он взгляд? Он грандиозный актер. Грандиозный. Грандиозный. Я вам больше того скажу. Витя, вот если взять наш курс. Вот были какие-то вещи очевидные, да? Вот сразу, которые очевидны. Uh -huh. Вот что было очевидно? Было видно, что кого-то можно научить. Что среди нас есть очень способные люди, есть бездарные, есть те, из кого, наверное, когда-нибудь что-нибудь что получится, что-нибудь что произойдет. Я вот из тех, из которых когда-нибудь. Хотя, наверное, лукавлю, у меня все хорошо было так. Ну, было, наоборот, там была трагедия э, неоправданности ожиданий. Хорошо сказать. Как бы ожидания mm -hmm. были очень большие, а mm -hmm. ничего этого не произошло. А Витя, вот. Э, были выученные, то есть люди, очень поддающиеся обучению профессии. Что тоже неплохо. Да, очень обучаемые, которых, у которых как бы изначально предрасположенности было меньше, чем, чем потом их научили. На выходе. А Витя был вот богоданный артист. Угу. Вот для меня было очевидно, например, что, конечно, надо подучить. Конечно. Конечно, надо обтесать, как и всех нас. Но он актер. Вот это было для меня очевидно. Очень. И потом он был мой старший товарищ. Он, он понимал, что я мальчишка, который оказался без мамы, без папы, э, которому было неполных 17 лет, когда поступил. И он так меня э, опекал. Он брал на себя, например, большую часть бутылки. Э, можно сказать, что он любил выпить, а можно сказать, что он хотел, чтобы мне меньше досталось, из сберег. По-разному можно э, все это трактовать. Я что-то больше знал, чем он, что-то больше читал. Он очень любознательный, он никогда не стеснялся не знать. Это великое качество. Вообще никогда не надо стесняться не знать. Это честность тоже своеобразная. Я, а я не знаю. А ты как дурак крутишься, как уж на сковородке, все хочешь умное лицо сделать. Да-да-да, что-то я читал. Вы не напомните, как, как вы говорите авторов? Фами... Конечно. Ой, а он так посмотрит. Юрка, ничего не читал ты я. Слушай, как сказал писатель. Ой, а, а я даже не знал. Ух ты. Умный ты какой. Вот видите, он такой был. Это непосредственность, доброта и талантливость. Очевидные сразу. После окончания ГИТИСа судьба многих выпускников могла сложиться как угодно, но вы, я считаю, вытянули счастливый билет. Вас пригласили в БДТ. Значит, для тех многих наших телезрителей, кто не представляет, что это ну аббревиатура уже надо означает, да. Да, я скажу, что в Советском Союзе было тогда, наверное, 2-3-4-5 театров. Особняком стоял БДТ, который считали большой драматический театр, лучшим театром драматическим Советского Союза. А в Европе считали, что Европы. А в Европе считали, что Европы, да. Э, которым руководил, наверное, лучший театральный режиссер Советского Союза Георгий Александрович Станогов. Э, и вы попадаете в эту мекку, в это святая святых. Можно уже сказать, жизнь удалась сразу, правда? Попали. А можно сказать, что жизнь не удалась. Видите? Мы сейчас поговорим по поводу не удалась. Что за фигурой был Георгий Александрович Товстоногов? Вы знаете, вот я... Я видел, ну, хоть чуть не ляпнул, много великих спектаклей. Нет, много я не видел великих спектаклей в жизни. Но я видел какое-то количество потрясших меня, удивительных, пронзительных или, наоборот, поражающих формой своей, а другие глубиной. Я видел, видел великие спектакли в моей жизни. Вот у одного режиссера я находил вот это, у другого это. Но я знаю только одного режиссера, который воплощал в себе все то, что я видел осколками потом у других грандиозных режиссеров. Вот, ну я не хочу просто называть фамилии, вот там, вот, вот такой-то. А я видел, что это всего-навсего одна из гранитов Товстоногова, mm -hmm. вот этот режиссер. Что он был настолько больше, что не мог позволять себе, чтобы вот эта, вот эта формальная какая-то изящная фигня, которая присутствует в спектакле каком-то московской, доминировала в его режиссуре. Ну, могу и это. Угу. Конечно, он был, он был Шекспир, он был... Мне трудно. Он Леонардо да Винчи, Шекспир в театре. Вот знаете, есть замечательные, есть художники, поэты пушкинской поры. Да-да-да. Есть могучая кучка, а есть Чайковский. Вот как бы, вот есть Товстоногов, есть режи его современники, большие режиссеры. Вы прикоснулись? Да, к счастью, это не важно, вот тактильно uh -huh. в, в репетиции или просто глазами, ухом. Вот сейчас я понимаю, что, наверное, тогда, конечно, было бы мне очень важно поиграть в его спектаклях. Но то, что я был артистом этого театра, сидел на этих репетициях смотрел эти спектакли, и все-таки, ну, какое-то количество дней в моей жизни, из тех 18, что я провел в БДТ, и общаться в том числе, и лично общаться, очень немного. Вот так. Вот мне уже немало лет, мне хватает по сей день, и хватило бы, если бы природа так распорядилась, еще настолько же. Просто той памяти, тех наблюдений и того, что я понял, не не просто живя в этом театре, а наблюдая, конечно, за этим человеком и за его методом. Он вас из армии даже забрал, да я знаю. Наоборот, он нас потерял в армии. Просто, просто тупо потеряли, перепутали. Вот знаете, что такое армия? Это листы, команды, Это бардак. компьютеров не бардак. было. Компьютеров не было никаких. оставалось всего полгода до введения войск в Афганистан, угу. всего полгода. Чуть-чуть больше. А вы после Гитиса, но, но уже в БДТ. Но уже в БДТ, а, и уже мы играем в БДТ э, около года. И тут нам говорят: вы пойдите там куда-то в военкомат, где-то там отметитесь и обратно домой, потому что вечером спектакль. Мы обо всем договорились. Но где должны служить артисты БДТ? Ну, в ансамбле у Кунаева был такой ансамбль песни и -пляски, песни пляски Ленво да. Ленинградского военного округа. Значит, ну будете там ходить один раз в месяц объявите Соловьев седой объявите и обратно в театр. Мы пришли куда-то нас посадили в какой-то автобус зашторенные окна привозят полк имени Ленинского комсомола школа сержантов ехали час учебка учебка, но ну не, не, не просто учебка школа сержантов uh -huh. учебка, извините, не шесть месяцев а школа сержантов 6. Я не буду рассказывать, я об этом много рассказывал. В книге у меня там было много смешного, страшного. Когда, вот просто на входе. Вот КПП проехали, автобус открылся, стоит такой зачмаренный, в таком засаленном костюме, такой грязный, такой худой, страшный солдат, страшный, военнопленный стоит. Как будто не прошло не прошло 30 чем-то лет после войны. Вот он только бежал, только бежал от немцев. Он стоит и. «Пацаны, а у вас есть что-то такое, чтобы вам не надо было и нам пригодилось?» Я как запомнил эту фразу, чтобы и вам не, нужно, не жалко было и нам пригодилось. Я потом понял, что все могло пригодиться этому человеку. Когда завели в казарму, в которой не были постели, на даже белье не было. Когда я дурак, он говорит, идите там лягте. Я лег на самую чистую кровать, нашел единственную чистую кровать казарме. Я думаю, чего не ютятся? Вот, отдельная кровать. Вот, чистенько, сложил все аккуратно, положил. Вдруг загорается этот свет. Куда ты, падла, на кровать героя улегся? <пух> ну, а сзади бюст стоит, что гвардии майор такой-то, герой Советского Союза, навечно зачислен в списке рот, а это его мемориальная кровать. Я в 12 ночи лег на эту кровать. Так началась эта служба. Повеситься не хотелось сразу? Нет. Когда утром дали, значит, нас постригли. Это взвод с высшим образованием. То есть всем после 21 года уже. Всем. А рядом просто ребята. И нас постригли по половине. У меня были вот такие волосы, и у Юрки там такие же. И нам состригли, мы как индейцы два были, каких-то апачи, ракезы. Вот так, вот так вот сострижено, пол головы под ноль, а полголовы есть. И всем очень нравилось на нас смотреть. Ну, прикольно. Да. Ну, смешно. А потом дали газеты, а из газет надо было вырезать только белые полосочки, вот только вот кайму эту все и заклеивать ею окна. Готовиться к зиме. К зиме. Мы осенний призыв были. И мы все это заклеиваем, залезли под кровать мы с Томашевским, ну, вот такая высота, легли, взяли чернильный карандаш, ручки у нас не было, Взяли тетрадку и в этой тетрадке написали письмо-то смысл которого был такой: Уважаемый Георгий Александрович, спасибо вам за ту школу жизни, которую мы проходим благодаря вам. Мы знаем, что когда артисты Московского художественного театра ставили э, во главе с Константином Сергеевичем Станиславским пьесу Горького на дне, они посещали ночлежки. ночлежки. Но вечером возвращались они возвращались домой. в свои квартиры. Утром шли на репетицию, а днем опять мучились в ночлежках. Нельзя ли и нам пройти школу этой жизни заочно, подобно артистам Московского душа. Мы готовы днем приходить в полки имени Ленинского комсомола. Заклеивать окна, возвращаться в театр. Правда, если бы вы нас сейчас увидели, вы бы нас не узнали. А вы женаты уже к тому времени? Да, и женат был и ребенок. Был. Ой кошмар. Был сын уже. И Товстоногов, мы это письмо передали на волю каким-то образом, потому что письма перлюстрировались uh -huh. тогда, особенно новобранцев. Нам говорили, нам приходил такой человек, у которого весь русский мат заменялся одним словом, и Майор был такой, у нас там Чумаков. Вы иметь! Что за ибметь? Я так и не знаю. Ну, там много чего в этом слове. Вот все. Это аббревиатура всего мата была у него. Вы ибметь, когда письма ибметь, домой пишете ибметь? Вы ибметь вообще думаете ибметь? Что вы пишете? Вот пишет. Саладухин ибметь пишет. Дорогие мамы и папы ибметь. Товарищ майор, а Ибмедь написано? Ты ибметь не умничай. Вот, дорогие мамы и папа. Значит, Вчера изучали новейший пулемет «Ибмедь», который еще не поступил «Ибмедь» на вооружение. Калибр «Ибмедь». Такой-то «Ибмедь», стреляет «Ибмедь», такими-то патронами «Ибмедь». Это уникальное оружие «Ибмедь». Деду-ветерану высылаю чертеж иметь. Это вот он пишет. Скоро нас будут выбрасывать на новую землю иметь, выдадут с собой литр воды иметь и один нож. Говорят, будут проверять на выживаемость иметь. Куда тебя выбрасывать иметь будут? И вот это вот. Поэтому письма читались наши. Поэтому он передали с какой-то поварихой, по-моему, на волю. Она... И Товстоногов очень поздно получил это письмо. Вот когда он его иметь. получил, на следующий день замдиректора театра был в этой воинской части, потому что Товстоногову потрясло это письмо. Да, оно нестандартное было. Оно потрясло его, знаете, чем? Не слогом mm -hmm. и даже не содержанием. Он сказал, до какого состояния надо было довести людей с высшим гуманитарным образованием, чтобы они сделали 44 ошибки. Если бы написали его грамотно, мы бы продолжали в школе сержантов учиться. Товстоногов, доверял вам какие-то главные роли, кроме, я знаю, вы в «Амадеусе» играли? Главную роль. Да, ну изначально да. Вот первая моя роль mm -hmm. в театре. Вот вообще самая первая. У меня было такое начало. Если бы... Я бы так вам сказал. Наверное, честно было бы сказать, если бы я ее сыграл. Эту роль. А история просто... Это не моя была роль, абсолютно. Вот Моцарта, не да? Нет. Вы еще? Нет, нет. Моцарта была моя роль. До Моцарта 10 долгих лет. Угу. Я играл в такой пьесе «Телевизионные помехи». Вот я еще учился в ГИТИСе. 16 апреля я был приглашен в БДТ. И весь, вот всю вторую половину апреля, весь май и часть июня я только три раза ночевал в кровати дома. А все остальное время я жил в поезде. Москва, Питер. Питер, Москва. Москва-Питер, потому что я учился и репетировал в БДТ. Вот этот спектакль. Я уже в бессознательном состоянии просто нахожусь. Красная Стрела, Ночью это ну, идет. Ну, Красная Стрела это для других артистов этого ага, театра. Понял. Есть и другие поезда, которые в час двадцать отправляются. Общие товарные. Ну нет, ну нет. Ну, плацкарты иногда купейные. Ну, так, по-разному было. Что-то я доплачивал, все, и не помню. Как это было, но. Вот в этой пьесе, вот, то есть я еще диплома не получил. Я даже не был на вручении дипломов. Потому что я в этот день репетировал в Питере. Ничего себе карьера. То есть я вот только закончил, и я репетирую главную роль в БДТ. Нормально? Я играл такого мальчика. Это была очень популярная пьеса венгерская. О том, как в одной такой мещанской семье, которая занята только тем, что смотрит телевизор все время, Появляется сосед странный, выясняется, что это Иисус Христос. И они не замечают этого. Они просто не замечают, что это реальный Иисус Христос. Вот его пришествие. Интересно. Она была очень странная пьеса, и смешная, и грустная. Только вот этот мальчик, мазанный одной краской, и цвета близкого к цвету этого пиджака, э -э не знаю, какого у вас цвета вас цветопередача, я имею в виду голубого цвета, но тогда в, в, в театре в слово «голубой герой» вкладывался совершенно другой смысл, да. смысл. Смысл такой приподнятый, накатурно, хранимый, восторженный. Вот что имелось в виду. Это амплуа целый, э, который все кричал. «Мама, папа, разве вы не видите? Это Иисус Христос!» Но мне это абсолютно противопоказано. Не потому, что я циничный человек, и не мог бы это сыграть искренне. Не ваше. Нет, просто есть несоответствие угу. какое то внутренних и внешних данных этой роли. На нее нужен был совершенно другой парень. А Георгий Александрович оказался... Ну, дали ему, дали дали. Вот. дали ему главную роль. Главную роль он должен ее сделать. Молодой артист сразу получает главную роль например, в БДТ. Не справляются, очевидно. Вот. Ну. По не, не состоялось. По Питеру ходили байки о том, что вы сын стражельщика. <рес> это я паразитировал на это. Я смотрю на вас, ну, вы знаете, такие, такие похожи. Вы знаете, что я вам скажу? У меня такая рожа, что если я вам скажу, что я еще и... Знаете, сын Чей? Был такой артист Виктор Павлов. Например. Да, похоже. Дальше. Э -э я еще могу быть сыном чуть-чуть Басилашвили. Я могу быть сыном Луспикаева. Я просто похож на всех сразу. И в этом большую часть жизни была моя большая проблема. А вторую часть жизни. Это стало моим главным плюсом в профессии. Стрижельщик знал об этом, что такие слухи знал ходят. Знал ли Стрижельщик, что я его сын? Хороший вопрос. Что слухи ходят? Да знал, смеялся, конечно. Но эти слухи они придумывались для гастролей. Я жил все время, там, мы менялись два актера постарше меня, ну, на каких-то гастролях садим, жил, на какие-то других. И оба развивали эту тему. Они приходили на этаж или внизу, как это раньше называлось, в гостиницу. Вот, ну, сейчас это портье, не знаю, там адми... Адми... администратор это администратор, Господь, да? да Вот, сейчас это называется деск, а, сейчас... а тогда не знаю, как это называлось. Они приходили и говорили, понимаете, у нас есть в театре одна тайна. У Владислава есть сын. Юра Стоянов. Его жена об этом не знает, делает вид, что не знает, и пусть не знает. Но, Владислав Игнатьевич был бы вам очень благодарен если бы у Юры были хорошие бытовые условия, все-таки сын. И мы там. Ни у кого нет телевизора, у нас есть. В БДТ той поры служили и Лебедев, и Басилашвили, и Кирилл Лавров, и Зинаида Шарко. И вот я незадолго до того, как я пришел, ушел Юрский. Юрский. Из театра. Толубеев, да. Андрюша Толубеев уже работал два года в театре. Да. Ну, а, вас окруж... а старший Толубеев, да, отец его, да. пришел очень скоро, лет через 10. Пусть Доронина да. уже ушла к тому времени. Доронина ушла, жена Юрского, замечательная артистка Тинякова, Тинякова Еще да. была Олег Борисов. Борисов, сборная Какие гении вас окружали в этом театре? Вот кого можно назвать гениями? Гением? Угу. Одного из них я не, не застал. И я так об этом жалел. Мне иногда снился этот артист. Конечно, Луспекаев. Угу. Вот сейчас мы с вами говорим, и что мы можем объяснить зрителю? Что это, что это человек, который пел «Ваше благородие, госпожа удача». Без ноги практически. Ну, уже, да. что Человек, который сыграл Сухова. Что в... Без ступней. Без, ступни, да. Без ступней и ног. А, что он же в республике Шкит. Да. Что в «Белом солнце пустыни» вот он сыграл Сухова, в «Республике Шкит» учителя физкультуры. Ну, в Киевском театре в... Лейси Украинки играл. В «Трех толстяках» э, какого-то там офицера. Э, еще какие-то осколочки и так далее. Где? Не Сухова. Не Сухова, а Верещагина. Верещагина. Спасибо большое. Как хорошо, что есть редакторы. Есть Верещаг. еще образованные люди. Да. Видите, это же профессия не только связанная с цензурой, иногда и с сознаниями. Это был фантастический совершенно театральный актер. И если кому-то посчастливится в интернете, в каких-то поисковиках набрать Павел Борисович Луспекаев, фрагментики из спектакля ленинградского телевидения «Мертвые души», например. Вот просто чтобы увидеть э, масштаб, он был абсолютно сегодняшний артист. Вот под вот сегодняшний. А меня, когда в театр брали, я играл отрывок э, Чеховский назывался на большой дороге. И я играл такого совершенно опустившегося интеллигента, спившегося несчастного такого пьяного плачущего. И я когда доиграл отрывок, Георгий Александрович Товстоногов довольно громко сказал: "Второй Паша Луспекаев». Это похвала какая? И это, похвала, это не похвала, это приговор на самом деле. Потому что не, нельзя быть вторым Пашем угу. Успикаевым. Можно быть только Пашел Успикаевым. Угу. А можно быть Юрой Стояновым. А вторым Пашей Успекаем нельзя. А по этой шкале молодого артиста оценивать. Вот после этого отрывка я играл, мама, папа, вы узнаете. А, актер, женская профессия. А что вы вкладываете в это? Свойственная женщинам раздражительность, истеричность, подозрительность, э, ревность ну, к чужому успеху. Очень хорошо. Если вы перечислили все эти качества, то это абсолютно мужская профессия. Что-то я крайне редко у женщин, с которыми мне повезло общаться в этой жизни, у актрисы я имею в виду, встречал качества такие как зависть к чужому успеху. Карьеризм очень свойственно женщине. Карьеризм. Женские все пороки замешаны на любви, на единственном чувстве. Да, и они способны пойти на страшные поступки. Но мотивация ⁇ люблю ⁇ А вот у мужчины будет на первом месте карьера, карьера политика, бабло зависть и все остальное. Так что эти качества, которые традиционно приписываются женщинам, я считаю исконно мужскими. Долгое... В этом смысле очень мужская профессия. Долгое время, если я не ошибаюсь, лет 10, вам не давали... Как феминист, как феминист сказал. Да-да. Вам не давали практически ролей в БДТ. Вы находились в ожидании роли, как и многие другие прекрасные актеры. Так бывает. Карта так ложилась. Это был период безденежья. Вы чувствовали себя недостаточно... В нормальном состоянии. Финансово. Я чувствовал себя в финансовом отношении как две трети жителей моей страны. Мы все тогда жили так. Ну, кто-то получше, кто-то похуже, но этого чудовищного разрыва, конечно, не существовало. Вы вспомните, обеспеченная семья, отличалась бюджет обеспеченной семьи, допустим, мама и папа работают, ну, это я назову страшные цифры, если у них было по 250, по 300 рублей. Нет. Это, это уже очень много. Это да. Это наличие библиотеки, какая-то машинка и раз, отдельная квартира. Да, вот. Поездки вот, в Крым да, в Сочи летом. Да, разрыв. Вот этот разрыв. Вот в этом смысле, наверное, я жил в обеспеченной семье. Я был человеком из в этом смысле, но не в большем. Родители помогали, да? Безусловно. Мы были в этом смысле, мы очень отличались от сегодняшних ребят. То есть с Одессы шли деньги? Ну конечно, мы были значительно инфантильнее и в любую какую-то очень тревожную минуту звонок или телеграмма и этот полтинник или эта сотня деньги. они были обеспечены, конечно, деньги. А если твоя зарплата э, около ста? Около 100 рублей, и на руки ты получаешь 80. В таком городе, как Ленинград, на них Это было бедность. практически невозможно бедность. пройти. Это нищета даже. Угу. Это не бедность. Мы все жили более чем скромно. Но как-то бюджетики твои, супруги, как-то они, они соединялись. Но меня спасала гитара и Ленконцерт. Была такая организация, вот благодаря ей я выживал. Потому что было общество знания, угу. было общество книголюбов. Лекции. сейчас объяснять, что это такое. Это да, да. с ума сойти. Общество знания. Вы знаете, сколько я мог за концерт получить в обществе? 25 рублей. Да. А я иногда и 80 получал. О. Один. Так вы были богатым человеком. За реплату, что мы говорим? Зарплату за месяц я мог да. получить за один концерт. Хотя ставка у меня была 9 рублей 50 копеек за концерт. Но даже если сыграть 5 концертов... Ну, что такое 5 концертов? Это клубы, какие-то жеки, какие-то... Красные уголки в универмагах, обеденные перерывы в магазинах. Это играли все, независимо от звания. Конечно. Я здесь вот совсем не исключение. Это не то, что я там со дна уже собрал. Нет, нет, на равных. На равных. Вот это помогало поддерживать, ну, по крайней мере, внешне вид достойный артиста Большого драматического театра. Но тем не менее, я представляю, что вы испытывали внутри, когда понимали, что годы уходят, лучшие годы, ролей нет. Ну, вы махнули на себя рукой, как на артиста? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Я никогда... Я, я не хвастун. Я никогда не позволял... Я... От меня мало... Я надеюсь, что таких людей нет. Вот чтобы я как-то афишировал, ну, мое понимание моего места в этой профессии. Но я его всегда знал. Я знал, чего я могу. Мне было очень больно, мне было очень обидно. Я никогда не показывал этого. Никогда в жизни нет такого человека в театре, который бы сказал, что этот человек переживал огромную внутреннюю драму. Он, да ему понял, а чем ему роли давать? Вы хороший актер. Да, у него все хорошо, у него все отлично, все в порядке, у него папа гинеколог. Все ему нужно. Все нормально. У меня я вы сказали, что я жил в ожидании роли. Это не совсем верно. Вот тогда бы я был настоящим театральным артистом. Так и нужно было. Надо было жить в ожидании роли. Надо было не не жить в ожидании роли, а стучаться в кабинеты. Ничего в этом такого нет. Я не осуждаю этих людей приходить с выученными текстами, угу. говорить: «Мне кажется, я могу сыграть эту роль». Пожалуйста, посмотрите. Мне всегда казалось это очень неплохо. Унизительно. Я не представлял, что я могу так сделать. Поэтому я, наверное, жил не в ожидании роли, а в ожидании больших перемен. Не только в своей жизни, а вообще в этой стране. Ну и вы их дождались. Да. Кстати, большое счастье.